Итак, друзья, что хочу сказать для начала. Есть одно очень хорошее выражение, которое говорит о том, как охарактеризовать любой бизнес. И нужно ответить всего лишь навсего на три вопроса для этого. Первый вопрос. Что это за бизнес? Второй вопрос. Что этот бизнес может вам принести? То есть сколько вы можете здесь заработать? И третий вопрос, что для этого нужно делать? Ответы на первые два вопроса мы с вами прекрасно знаем, то есть что это за бизнес, вернее даже, что это за система GoFlying, это больше, чем бизнес, это стиль жизни, можно сказать. Сколько можно здесь заработать или получить финансовой поддержки, мы тоже знаем. А вот что для этого нужно делать, сегодня мы об этом как раз и поговорим. Причем, я думаю, что вы откроете для себя очень интересный факт и, наверное, зададитесь вопросом, почему при настолько элементарных вещах вы до сих пор, некоторые, не зарабатываете тысячи и десятки тысяч долларов ежемесячно, участвуя в системе GoFlying. Слово «зарабатываете» можно заменить словом «получаете». Это будет правильно, потому что все денежные средства у нас в теме GoFlying переводятся друг к другу безвозмездно в качестве финансовой помощи, то есть подарков. То есть заработком в принципе не является и налогами не облагается, по крайней мере по законам Российской Федерации. Ну что ж, давайте приступим. И первый слайд. Это главная страница официального сайта GoFlying, так как она выглядит сейчас. И что это говорит? Говорит это следующее, то что по сравнению с тем, каким сайт официальный был на самом старте, то есть практически полтора года назад, в декабре 2011 года, сегодняшний сайт имеет огромнейшее количество преимуществ, представляет из себя очень эффективный инструмент для того, чтобы успешно развивать свою партнерскую структуру, всего лишь навсего приглашая к просмотру и прослушиванию информации о системе GoFlying. Помимо непосредственной презентации, как работает система GoFlying, на сегодняшний день имеются просто замечательные многочисленные отзывы участников с разных стран мира, эти отзывы постоянно пополняются, поэтому многие ответы на многие вопросы отпадают сразу же у посетителей. Конечно же, нельзя не отметить лайв-монитор транзакций, происходящих в системе, и регистрации, и получения финансовой помощи, и оказания финансовой помощи благотворительный фонд «Всемир». То есть на сегодняшний день сайт представляет собой очень даже отличный механизм для того, чтобы делать хорошую конверсию посетителей в участников системы GoFlying. Что, в общем-то, и происходит. Остается всего лишь навсего ответить на вопрос, откуда взять этих самых посетителей, то есть откуда взять трафик, можно так сказать, причем не такой трафик, как многие привыкли делать, заказывая его на каких-то непонятных сервисов, да, который абсолютно в себе не несет ничего, кроме количества кликов, а трафик именно очень и очень целевой. Вот об этом мы сейчас поговорим. Но прежде мы поговорим о том, а насколько много нужно вам этого трафика и насколько интенсивно нужно вам вкладывать свои усилия, труды. Вообще способны ли вы на это? Может быть, вам это и вовсе не под силу, может быть, вы настолько являетесь новичком или занятым человеком, что вам это будет не под силу. Поэтому давайте для начала разберем, какой же объем активности, рассмотрим его, наверное, в количествах приглашений новых участников в единицу времени, да, сейчас подробнее поговорим, какой же вот этот самый объем необходим для того, чтобы достичь достаточно приличного финансового результата. Ну, понятно, что для каждого из вас финансовый результат может быть
приличным по-разному, вот, но я думаю, что сейчас все поймете, о каких цифрах идет речь. И рассмотрю я это на примере, ну, в общем-то, популярной уже системы 1 плюс 1, но без плюсика. То есть не 1 плюс 1, а просто 1. И мы посмотрим с вами, сколько же, чего же можно достигнуть, если вы будете активировать в своей структуре всего лишь на всего одного человека в месяц. Одного человека в месяц. И, собственно говоря, обучать своего новичка делать то же самое. То есть всего один человек в месяц. Для этого я составил для вас очень наглядную табличку, в которой вы видите количество уровней вашего сертификата. Их у нас 7, если представить их как раз в уровнях или строках сертификата. Каждой строке сертификата соответствует определенная сумма денежных средств, которые вы получаете в подарок. Собственно говоря, я разбил эту табличку на количество месяцев, которые находятся здесь в количестве 12 штук, то есть 1 год. Ну, давайте с вами посчитаем, что же будет происходить, если выполнять это очень простое условие. Кстати, один человек в месяц, наверное, это очень простое условие. Ну, не будем забегать вперед, давайте сейчас сначала посмотрим. Да, дальше вы сами решите, насколько это простое для вас условие. Итак, вот он самый первый месяц. Наисложнейший для каждого новичка. И за целый месяц вы, как новичок, пригласили в свою команду всего лишь навсего одного человека. Вот он, один человек на вашем первом уровне структуры, который принес вам на ваш счет денежные средства в размере 10 долларов. Вы их уже забрали и истратили. Будем считать так. Но это, в общем-то, не важно. Один месяц прошел. Вы набрались опыта. Вы пригласили одного человека и рассказали ему о том, как делать то же самое. Ну, а как делать то же самое, мы чуть позже с вами поговорим. Давайте просто примем это за факт. Поверьте, это очень и очень легко. Вполне возможно, просто даже передав эту запись этой школы своему человеку новому, вы этот вопрос уже решите. То есть научите его делать то же самое. Потому что сегодняшняя конференция – это замечательная система дупликации. Итак, наступил у нас второй месяц. Ну, к примеру, февраль, да, если мы начинаем с января. Вот этим столбиком зеленым я показываю количество людей на каждом уровне в вашей структуре на момент наступления каждого нового месяца для того, чтобы вам показать одну очевидную вещь, которая не всегда заметна в других примерах, когда люди объясняют систему 1 плюс 1. Итак, у вас всего-навсего один человек в структуре на вашем первом уровне. Следующий месяц наступил. И как мы с вами условились, вы делаете то же самое. То есть приглашаете всего-навсего одного человека, и то же самое делает каждый клиент в вашей структуре. То есть вы снова приглашаете одного человека, и ваш участник сделал то же самое, пригласив участника на свой первый уровень. Вот это как раз 2 единички есть, да? То есть вы в этом месяце получили огромную сумму в размере 15 аж целых долларов, и в вашей структуре стало теперь целых 3 участника. Но время идет, вы становитесь опытнее, и наступает третий месяц. И вы делаете потрясающую вещь. Вы приглашаете еще одного участника в свою структуру, то есть еще один человек по вашему приглашению захотел стать участником, зайдя на сайт системы GoalPlan. Это происходит у вас очень часто, аж целый 1 раз в месяц. Да? Вот. Наверное, очень несложно, правда? Итак, в марте месяце вы пригласили одного человека. В вашей структуре на начало марта месяца, как вы видите, 2 человечка на первом уровне и 1 человечек на втором уровне. Поэтому эти люди, как мы условились, уже тоже научились делать то же самое, послушали запись сегодняшней школы и пригласили 2 плюс 1. То есть абсолютно то же самое, что представляет собой ваша
текущая структура. Да? Вы одного, и плюс 2, и плюс 1. Итого в вашей структуре уже 7 человек, и вы получили целых 50 долларов за 3 месяца. Отличный результат, правда? Вот. Но я, конечно, иронизирую, просто слушайте дальше. Итак, наступает месяц 4. По аналогии вы приглашаете снова еще одного участника. Ваша структура текущая делает то же самое. Заметьте, да, зеркальное отображение 3-3-1. И здесь под вашим одним человечком тоже 3-3-1. В вашей структуре уже 15 человек. И ваш доход 95 долларов. На пятый месяц происходит то же самое. Ваш доход уже 180 долларов, а в структуре 31 человек. И не буду я вам дальше, в общем-то, подробности показывать. Логику действий вы поняли. Каждый месяц, каждый человек производит одно очень простое действие. Это приглашает всего-навсего одного нового участника. Каждый участник приглашает всего одного нового участника в месяц. Проще быть не может, да, правда? Ну и вот результат за 12 месяцев, то есть за год. Посмотрите, к чему привело вот это вот очень простое действие. Пригласить одного участника и обучить его делать то же самое. Оно привело к результату в 24,5 тысячи долларов и 3300 участникам в вашей структуре. За 12 месяцев при соблюдении очень слабенького вот этого результата одно приглашение в месяц. Конечно же, вы за это время стали, наверное, просто асом приглашений. Наверное, вы им станете уже через месяц, да, конечно же. Вот. Здесь пример рассмотрен на примере месяцев. Но согласитесь, что этот же пример можно пересмотреть не с интервалом не в месяц, а в неделю. То есть, если мы здесь заменим каждый месяц на одну неделю, то получится 12 недель. Это 4 календарных... Нет, прошу прощения. Это 3 календарных месяца всего лишь навсего. За 3 месяца 24,5 тысячи долларов. Это вполне реальный и адекватный результат. При всем при том, что одно приглашение в неделю для вас покажется очень большим пустяком. После того, как сейчас мы перейдем к методике, и вы удивитесь, почему раньше вы не достигали еще успехов, хотя все на то очевидно. То есть, опять же, переходим к вопросу о том, как же нам приглашать людей вот на этот вот замечательный сайт для того, чтобы они ознакомились с концепцией системы GoClimb, для того, чтобы они просто посмотрели видеоролик, который в 50% случаев обязательно цепляет любого участника, я уже называю их даже участниками, да, любого посетителя, который хочет узнать подробнее. На сегодняшний день он может это сделать, посмотрев видеоотзывы других участников, может вы можете без труда ответить на его вопросы, направить его на официальные группы в социальных сетях. То есть компания GoClimb на сегодняшний день очень хорошо занимает позиции в социуме и много ресурсов имеется описательных. Никаких проблем в этом нету. То есть этап каких-то доказательств уже давно прошел. Как вот выразился один из участников недавно в социальной сети. И сейчас начался этап абсолютно уверенной работы, где никто никому ничего уже не доказывает, потому что авторитет системы GoClimb проверим временем. Ну что ж, откуда же взять этих самых людей, задаются вопросы многие. И мы не будем долго гадать, мы пойдем на наш замечательный ресурс Mail.ru. Это, я думаю, знакомый вам ресурс. И многомиллионную, я не знаю точно, сколько там миллионов пользователей постоянно пользуются этим ресурсом, но с каждым днем все больше, несмотря на то, что появляются другие. Но новые пользователи интернета,
В 99% случаев обязательно заводят себе ящик в системе Mail.ru почтовой, обязательно устанавливают Mail-агент и, в общем-то, живут на сервисах Mail.ru. Поэтому мы благодарные пользователи этого сервиса, обязательно воспользуемся предоставленными возможностями и возьмем контакты людей именно оттуда. Как это делается? Очень просто. Смотрите, мы берем программку Mail.agent. Не буду вас спрашивать о том, знаете ли вы о ней, не знаете. Если не знаете, заходите на Mail.ru. Адрес тоже не пишу, это элементарно. И находите информацию о самой свежей версии Mail.ru агента. Устанавливаете его себе на компьютер. И вот такую программку попадаете, с помощью которой можно удобно получить доступ к абсолютно всем контактам, то есть имейлам, зарегистрированным в системе Mail.ru. Ну а база многомиллионная, как я уже сказал. Нам с вами нужны люди, которые в настоящий момент находятся в сети, то есть находящиеся в онлайн. И дальше абсолютно полет вашей фантазии. Сейчас я вам расскажу одну интересную методику, с помощью которой в течение недавней недели, я ее специально протестировал перед тем, как вам сегодня на конференции донести, она показала, ну, на мой взгляд, очень-очень хороший и даже ошеломляющий для меня результат. Это более 70% конверсии. Я давно такого не видел, да, но это очень хорошо работает. При этом мы не будем с вами заниматься, не дай бог, никаким спамом. Вот, мы против спама и, в общем-то, даже наказываем за это. Я вам расскажу, как делать это абсолютно легитимно и обращаться не через какие-нибудь массовые рассылки, а исключительно персонализированно к каждому конкретному вашему потенциальному клиенту. Итак, мы с вами набрали галочку «Находящиеся в онлайне». Мы с вами набрали интервал возраста, который вас интересует. Ну, к примеру, я задал от 20-25 лет, хотя на самом деле участниками системы GoLine по статистике являются в 60% случаев граждане старше 30-40 лет даже. То есть, вот не знаю, с чем связана эта статистика, но тем не менее, то есть возрастной критерий здесь абсолютно открытый у нас, и это очень здорово. Страна, пол, регион, город, это все тоже на ваше усмотрение. Обязательным критерием, ну хотя даже здесь, наверное, не обязательным критерием можно выбирать имя, поскольку вы сейчас все поймете. Мы в любом случае будем обращаться к человеку по имени, но поскольку мы будем с вами, не будем с вами заниматься какими-то массовыми рассылками, то нам это не принципиально. Самая изюминка здесь – это день рождения. Программа Mail.ru агент позволяет находить пользователей, у которых дата дня рождения открыта. То есть, к примеру, вы можете задать поиск пользователей, у которых день рождения сегодня. Или уже был вчера, для того, чтобы человек немножко оклемался, да? Потому что сам день рождения, как вы понимаете, он не всегда способен адекватно воспринимать информацию. Ну, к примеру, вот я выбрал 26 апреля. Набрал имя Алексей и нажал просто-напросто поиск. Да? Вот давайте посмотрим, что нам выдала программа Mail.agent. Она нам выдала определенное количество результатов, которые соответствуют критериям моего поиска. А самое главное, что здесь есть, это имена людей и их имейлы. То есть, в общем-то, контакты, которые нам достаточно для того, чтобы с ними связаться. Теперь вопрос, как же мы будем с ними связываться и что мы будем им писать. И вот этот ответ на него исключительно прост и удивителен в своей простоте. Мы просто будем им писать обыкновенное письмо. Как вы понимаете, для того, чтобы пригласить одного человека в месяц вам, при конверсии очень хорошей, ну даже если она будет 1 из 10, да, вот такая конверсия в 10%, то вам достаточно пригласить, ну, очень-очень небольшое количество людей. Если вы будете
отсылать хотя бы по 5-10 персонализированных приглашений в сутки, то уже через месяц вы просто удивитесь, насколько хорошо выросла ваша структура. Но, конечно же, не все так просто, потому что нужно делать это с умом. И то письмо, которое вы отправите клиенту, оно должно быть исключительно продумано до мелочей, до всех психологических тонкостей. И сейчас я вам покажу всего лишь навсего пример одного из обращений, которые уже показали, что они работают. Вот. Но это далеко не панацея, и, конечно же, если все участники одновременно будут использовать такой тип приглашений, то он очень скоро попадет в спам, будет блокироваться и не будет проходить. Поэтому каждый из вас должен персонализировать текст своего приглашения, сделать его уникальным, интересным, возможно, с какой-то изюминкой и, конечно же, интригой, да, вот. Ну вот, как сейчас сделал, допустим, к примеру, я. Давайте я прочитаю. Мы искали контакты Алексея, да, в общем-то, их нашли. И пишем письмо. Прошу прощения. Причем писать письмо вы можете без какой-либо там программы массовой рассылки, абсолютно бесплатно. Со своего персонального ящика. Этот ящик может быть на Mail.ru, может быть на Gmail, может быть на Яндексе, на Рамблере. Абсолютно без разницы, где он у вас. Вы не занимаетесь спамом, не делаете это в таких количествах, я прошу вас не делать это в таких количествах, которые могут привести к блокированию вашего аккаунта за именно спам, да, а делать это методично, постоянно, уверенно, но в очень небольших и ограниченных количествах. То есть 5-10 приглашений в сутки, причем не все сразу, а желательно даже с интервалом определенным. И что вы пишете? Здравствуйте, Алексей. Чуть больше года назад, в свой день рождения, я получил примерно такое же письмо с поздравлением от неизвестного человека. В этом письме он так же, как и я, вас поздравил меня с днем рождения. И подарил всего лишь один вордовский файл и пожелал стать миллионером уже в следующем году. Сейчас я очень благодарен ему за этот подарок, и на сегодняшний день я получил уже более 1 миллиона рублей. То есть его пожелание сбылось. Да-да, вы правильно догадались, сегодня эту информацию дарю вам и я. И желаю за следующий год получить свой первый миллион рублей. С днем рождения, обещанный файл, вложение, и это не вирус, да? Ну, здесь небольшая ошибочка запущена, потому что это был шаблончик. Вот. Но, тем не менее, суть вам понятна, да? То есть с определенной долей правдивости, ну, я не говорю о миллионе рублей, это, конечно же, сумма, которая, допустим, относится ко мне. Вы можете писать абсолютно любую другую сумму, которая ближе к вам. Человек понимает то, что уже в этом письме содержится, ну, во-первых, в нем содержится правда, да, то есть он понимает, откуда, практически понимает, откуда вы нашли его контакт, понимает то, что вы с ним не знакомы, но относится к этому с терпимостью и не отправляет это письмо в спам. В теме письма указано имя этого человека, Алексей, мои поздравления, да, или что-то в этом роде, то есть человек понимает, что у него был день рождения и, скорее всего, это действительно его поздравляют с днем рождения. Обязательно его прочитает, потому что получать поздравления всегда хорошо и полезно. И в этом письме содержится еще определенная интрига. Да? То есть акцентировано внимание на то, что вы к этому письму прикрепили файл. Заметьте, не дали какую-то ссылку, а именно прикрепили файл. Что делает это письмо намного проходимее, опять же, для спам-фильтров. А уже в этом файле вы раскрываете дополнительную информацию. То есть вы создали интригу, человек в большинстве случаев этот файл скачает, если вы убедительно напишете. И в этом файле вы пишете дальше уже. То есть вот пример того, как можно оформлять этот документ. Причем это может быть как архив, так и просто вордовский документ. Вот это все как вам удобнее. А может быть даже и Google документ, ссылка на него.
То есть тоже допустимо. Ну и что можно написать? Конечно же, нужно написать о том, что человек, поздравить его с тем, что он сделал правильный выбор, все-таки открыл этот документ. Еще раз напомнить ему о том, что в нем содержится очень важная информация, которая способна кардинально изменить его жизнь в лучшую сторону. И рассказать немножечко о себе. Да? Но вот тут можно даже этот файл использовать как некий общий шаблон и постоянно его полировать. Я уже проходил такой, в общем-то, момент, когда в одной программе лет 7-8 назад, точно даже и не помню, весь интернет пересылал друг другу именно мои пригласительные документы, файлы. Вот. Ну, видимо, хорошо было написано. Вот. Тем не менее, здесь мы с вами можем общими усилиями это все дело отполировать. А кто-то для своей команды будет создавать эксклюзивные документы, файлы. Его можно украсить какими-то дополнительными картинками фирменного стиля, сделать еще более привлекательным. Вот. Но главное не переборщить, потому что текста не должно быть много. Это максимум на одну страницу крупным текстом, чтобы человек просто прочитал. И не забывайте, ваша задача направить его на официальный сайт, немножечко подготовив, заинтриговав, и просто направить его просмотреть видеоролик. Но просмотреть видеоролик, опять же, не на YouTube, а именно на официальном сайте, потому что там содержится много дополнительной полезной информации, сопровождающих отзывов, лайк-мониторы и так далее, так далее. Да? То есть это вы понимаете. Не нужно делать ссылок на какие-то сайты-прокладки в виде каких-то убогих визиток, вот, еще и на бесплатных хостингах, там не надо ничего этого делать, вы просто будете портить себе конверсию, сразу направляете людей на официальный сайт. Вот, ну и как здесь рассказано в этом файле, вы видите, да, то есть уже больше года каждый день я получаю десятки денежных переводов от людей со всего мира. Иногда в день приходит до 300-500 долларов. Я не знаю, кто эти люди, а они не знают меня. Но каждый день они снова и снова присылают мне деньги. Они делают это просто так, безвозмездно, ничего не требуя взамен. Возможно, это звучит абсолютно нереально, но это так. Хотите знать, почему они это делают? И откуда у них мои реквизиты? Я расскажу вам это. И не просто расскажу, а еще и помогу сделать так, чтобы и вы уже через несколько недель получили свою первую 1000 долларов в подарок. Алексей, перейдите по ссылке такой-то, внимательно посмотрите 6-минутный видеоролик. Я уверен, вы все поймете, как понял и я год назад. Далее свяжитесь со мной по ниже указанным контактам, я отвечу на все ваши вопросы и передам вам уникальную пошаговую методику, которая позволит вам достичь таких же результатов уже через несколько недель. И вот это вот завершение, оно очень важно, то что в нем обязательно нужно подчеркнуть, что человеку не придется чего-то самому выдумывать, вы ему передадите готовую пошаговую методику, которая, в принципе, будет абсолютно этой самой записью, возможно. Ну, наверное, даже не этой записью, мы обязательно сделаем еще и дополнительный видеокурс, более профессиональный и красочный, для того, чтобы система дубликации работала намного эффективнее. Соответственно, человек, заинтригованный определенной информацией, переходит на сайт по вашей персональной ссылке, смотрит ролик, в больших долях вероятности, конечно же, с вами связывается. После этого вам остается всего лишь навсего ответить на его вопросы, ответить честно. Если вы не заработали столько денег, не надо их столько писать, напишите меньше, вот. Ну и в любом случае человек, конечно же, поймет, что это методика. Методика построения структуры. Вы рассказываете ему о том, что от него требуется всего лишь навсего один человек в месяц. Показываете, чего он может достичь с помощью этого нехитрого приема. Показываете то, чего он может достичь, если это будет не месяц, а неделя. Или может быть не неделя, а один день. Вот. И, конечно же, это очень людям нравится. Самое главное преимущество – это абсолютная правдивость. То есть все, что вы говорите, должно быть абсолютной правдой, и не нужно ничего скрывать. Даже если вы допустили какую-то
небольшую специальную ошибку в каких-то суммах. Можете в этом признаться, то что вы действительно просто начинающий участник, но это делается очень легко. Эта система дубликации, она работает. То есть человек, понимая это, конечно же, поймет, зачем вы это сделали, простит вам это и, скорее всего, может быть, даже будет делать так, точно так же сам. Вот такие пожелания. Вот. Ну, еще есть пожелание использовать ссылку, наверное, не прямую, а ссылочку на вашу персонализированную страничку, которая в ближайшее время у нас появится, поэтому следите за новостями. И, в общем-то, все. В общем-то, очень простая методика, которая ведет, опять же, к одному. Просто переместить вашего потенциального клиента на официальный сайт системы GoClient. Сайт делает абсолютно большую часть работы за вас. Этим и хороша система GoClient, то что вам практически ничего не нужно делать. Да? Вы просто делитесь этой замечательной информацией, вы просто делитесь своими эмоциями, и дальше у вас начинается бурный рост структуры. Ну а вместе с ростом структуры у вас начинается бурный рост количества денежных переводов, поступающих в ваш кошелек. Кошелек Wallet One. Вот. Ну, понятно, что вы должны знать хорошо ответы на все потенциально интересные новичку вопросы. В этом мы от вас ничего не скрываем. Опять же, множество материалов для изучения содержится и в нашей группах, и служба поддержки всегда на связи. То есть и ваш спонсор может вам помочь без всяких проблем. Ну вот, друзья, такая вот информация. Все, благодарю, всем огромных успехов и до скорых встреч.